Господа, весна идет, весне дорогу, и в связи с этим скоро все позеленеет. В том числе и машины, которые попадают ко мне на тест. И сегодня этот уникальный аппарат, это старая собачка 98-го года по документам 99-го по факту. Это 9.5 Saab, около топовой комплектации или практически топовой, ну, естественно, на тот год, которая там была. С этими машинами связано очень много легенд, потому что считается, что они какие-то очень сложные, они сложно капиталятся, какие-то применены нереально. Абсолютно решения инженерные это есть, но этого минимум на самом деле. Проблема у них в другом. Проблема в том, что многого на них просто получается не достать. Но об этом позже. Сейчас давайте пробежимся по внешке. Сразу же, например, что бросается в глаза, это тупо три писалки на капоте. То есть, если бы так было сделано на каком-нибудь МАЗе, да, или бычке, или грузовике, там это нормально. То есть, к этой третьей писалке просто еще очень хочется от себя добавить, на самом деле, третий дворник. Тогда эта машина была бы вообще крайне космично, но нет. Если говорить по порядочку, то основной косяк, вот то, что мы даже видим сбоку, то, что машина очень низкая. То есть вот это расстояние, оно на самом деле вот, оно всего с ладонь. И из-за этого же, вот немножечко ранее, сразу забегу вперед, случился косяк. Мы не смогли эту машину загнать на две имеющиеся у нас эстакады. Очень хотелось показать ее снизу, но, к сожалению, вот такие свесы и такая посадка вот эта вся, что ну просто не получилось. Реально косяк. В остальном же, что мы здесь видим? Для 98-го года, конечно, уже стала облупляться красочка вся такими сколами. Но надо сказать, что ржавению она поддается не очень быстро, что радует. Вот порожек, он оказался пластиковый, что лично мне очень понравилось. Видимо, поэтому кузов еще, в общем-то, в таком хорошем состоянии. В остальном же все как у всех. Ручка, вот это, что интересно, дверная, она вроде как под еврохват, да, под обычный. Но когда ты ее открываешь, обратите внимание, она поднимается наверх. То есть вот такой прикол. При этом, что могу сказать по шумке, и что хорошо сказывается именно на тяжести вот этой двери саабовской, шумка здесь отличная на самом деле, потому что набито ее довольно много. В дверях уже также содержатся брусья вот эти на уровне бедра. Все это еще в 99-м году, напомню. То есть по безопасности машина реально жжет. Количество подушек там бешеное какое-то по состоянию на те года. В общем, здесь все здорово. Ту же пресловутую ржавчину мы видим по кругу практически на всей машине, эти скольчики. Но это именно ржавчина. То есть до факта гнили пока что вот сам процесс не доходит, что радует. И еще, конечно, сразу бросаются в глаза действительно исполинских размеров дисковые тормоза. Мне очень нравятся. Причем они, это та же система, когда у вас дисковый тормоз, ну та же, что и в Опелях применялась, и в BMW. То есть когда у вас задний диск, он одновременно и дисковый тормоз, и барабанный. Потому что то, что мы видим в середине, там содержится барабан, в котором уже внутри колодочки от ручника присутствует. Такая довольно позитивная схема. И по задней части мы видим опять же торжество этого аэродизайна. Вот четко узнаваемые саабовские линии, без каких-либо претензий. То есть мне лично такой дизайн очень нравится. Он четко европейский, холодный, строгий и идеально выверен. Это тот случай, когда сколько бы ты на него ни смотрел, я как человек с образованием дизайнера, здесь нет ошибок. Здесь все выверено идеально. И естественно этот легендарный значок Saab Scania с львенком, который нам знаком еще из грузовиков, и это вот та самая старая школа еще. Здесь прикольно, конечно, он уже пошоркался, выцвел, все-таки немножечко чуть не то, но все равно лично для меня это такие воспоминания еще вот того времени, когда автомобиль был настоящим, он был железным, надежным, и то, что эти два бренда объединены здесь как бы в один, ну, мне кажется, это здорово, это выигрыш. Если перейти к самому багажнику, который, естественно, открывается из салона, но также тупо и ключом, на случай каких-то внештатных ситуаций, то лично мне багажник опять же понравился. То есть вот тот случай, когда машина почему-то мне очень симпатична. Хотя в целом Saab у меня не вызывает с виду желания его купить. Но вот всякие такие вещи, это все штатное. Штатные эти органайзеры, корыца это аккуратная, вот под него бы как-то долюбиться. Ручка, кстати, вот такая прекрасная, которую вы так достаете, за нее тянете. Там какая-то фанерина, господи Иисусе, туда не забраться. Там, к сожалению, у нас только докаточка и ключ, ничего интересного. Здесь же слева на видном месте присутствует аптечка Saab фирменная, которая прям, знаете, такая не аптечка, а медицинский шкафчик такой, прям как вот на стене висит на производстве. Также здесь, если вы на своем производстве на Saab получили травму, вы можете ее, так сказать, устранить при помощи этой аптечки. Здесь у нас, естественно, спички находятся, спички и лейкопластырь. Причем забавно, что рядом, заметьте, рядом лежит, во-первых, охлаждающий пакет, но если как бы вы уже слишком сильно замерзли, то можно как-то и согреться огоньком. Все это как бы живет рядом.
Не, ну прикольно, кстати, действительно. Задние спинки скидываются 2:1 в отношении, плюс подлокотник, если откинуть. Под подлокотником есть еще отдельный лючок, который открывает доступ в салон только этому маленькому лючку. Как раз на случай, если вы везете там лыжики какие-нибудь, и вам не нужно откидывать всю спинку, а можете откинуть только его. Естественно, знак аварийной остановки на таком вот аккуратненьком месте располагается в своем уникальном аккуратненьком чехле. Слушайте, ну это все вот те элементы стиля, да как же тебе, те элементы стиля, которые мне очень нравятся. То есть, когда у вас все вот на таких маленьких мулечках, все аккуратненько, педантично расставлено по своим местам. То есть, видите, даже, причем, смотрите, в чем прикол, да? Знак аварийной остановки, он крепится такими защелками. Но даже если их отстегнуть и так вот придерживать, смотрите, вниз, то он все равно не упадет. Видите, в чем прикол? А все продумано, потому что на этом знаке еще снизу есть липучки, которые его опять же прилепливают. И в этой машине вот такого очень много. То есть они продублировали, там, сделали трехкратные все эти вот повторения систем, но все для того, чтобы у вас все это работало долго и надежно. Космос. Хотя вот в этом замке мы на самом деле узнаем классическую векторовскую, апелевскую или омеговский замочек, только просто здесь на него добавлена пластика. Но вот это мне знакомо абсолютно еще с детства. Ну здорово на самом деле. Хотя, честно говоря, себе бы все равно не взял. Что-то в нем не то. А что? Понять не могу. Давай мотор. Открывая капот, понимаю, что он на самом деле действительно огромен, что стоечки эти газовые здесь неспроста, что именно для этого пригодились аж две пружины, которые выталкивают, когда ты дергаешь тросик из салона. То есть все здесь имеет свое какое-то скрытое предназначение. За исключением одной вот неведомой срани, это вот этот квадратик, который сюда приклеен, он же при закрывании капота совпадает с концевиком. Зачем вот это так было делать? Причем, походу, это колхоз, судя по штатной шубе. Ну ладно, видимо, какое-то предназначение у этого было, того, кто это делал. 2,3 на турбине, на этот на маленькой улитке 2,3, 170 с лишним сил, если не ошибаюсь. 1 лямбда, довольно простой мотор. Мотор здесь, в отличие от остальной машины, уже, конечно, свой. Турбинка простенькая, дует там 4 сотки, если не ошибаюсь, совершенно по минимуму. То есть, понятно, что с такого объема современные моторы уже получают эти лошади и без турбины. Но здесь она была, все-таки 98 год. Изначально в этой машине стоял 2-литровик на 150 сил. Опять же, простой 2-литровик, потому что на этих машинах еще шли 2 литра подзаряженные. То есть, был на 150 сил, который дул 4 сотки. И был на таком же блоке такой же мотор, с минимальным отличием по железу. Там, где улитка дула уже почти единичку. Это, конечно, была совсем другая история. Там машина имела индекс аэро. И... А, нет, там она не имела ни аэро. Просто 2 с простой турбиной, он был с буковкой Т. А 2 который, с турбиной, которая дула единичку, там было написано турбо полностью слово. Вот такая фишка, да, была с этими собаками. Но здесь же 2,3 совершенно гражданский. И еще был очень прикольный мотор у этих собак. Это был 3-литровый, который уже был построен на блоке Апелевском от X30XE. Но, естественно, у него были немножко другие бошки, они с клапанами намудрили, поставили туда, опять же, надув. Но это уже совершенно другая история, совершенно бешеная телега, там про нее нужно снимать уже реально отдельный выпуск. Поэтому в данном случае все просто. Вот бачок жижи гидроусилителя чисто апелевский. Также еще мне, как вот старому апелеводу, бросаются в глаза какие-то вот все знакомые детальки. Но в остальном все просто, понятно, компактно, без излюбонов. И воздушный фильтр, как оказалось, стоит аж под бампером, и меняется он аж снизу. То есть мой любимый излюбон, здесь сейчас что-то выдрать, оторвать и выкинуть, он, к сожалению, не прокатит. Но поэтому хозяин чувствует себя как-то в данном случае немножко смелее, чем обычно. Но сейчас мы долюбимся и до этого ведра. Что выдает в этой машине SAP, это то, что все, как бы, как я говорю, излишне аккуратненько. То есть аккумулятор под таким чехольчиком, который, кстати, элементарно снимается. Здесь какой-то короб закрывает электрику. Тут коса закрыта еще определенным пластиковым чехлом. Вот эта накладочка вот. Вот эта накладочка теперь легко снимается и наконец-то выкидывается. Ну слава яйцам, хоть как-то пошел обзор, хоть что-то можно посмотреть, ребята, класс. А что тут у нас? Тут у нас впуск идет. Да, в общем-то, и ничего интересного, мы отломали все это зря. Датчик надува, управление там вакуумом. Короче, понятно, фишку отломали зря. Ну и в рот ей ноги, так даже лучше, объективно. Все, сворачиваемся, пока нас не запалили. Если открыть дверь в салончик, то сразу начинаешь понимать, за что собственные уплаченные бабки.
Здесь кожа и такой, в общем, прикольный стиль, много дерева. Но первое, что бросается в глаза, это, естественно, электрические регулировки сидений и H3 положение памяти. Но с памятью вышел подлюбон, потому что что мешало просто нажать кнопочку, да, и смотреть, как оно двигается? Нет, ты должен, как терпило, все равно нажать ее и держать. Долго и уныло держать, потому что положение почти крайнее. Два у нас совершенно разноформатных по туловищу человека здесь ездят. Соответственно, приходится вот так как-то немножко унижаться. И еще есть регулировка поясничке, но она механическая. И на двери, соответственно, две кнопки. Это открывание у нас бензобака и открывание багажника. Ну, поедем так совсем настежь, может проветриться в кои-то веки. Попадая в салон и пытаясь осуществить свое желание завести мотор, первым делом сталкиваешься с проблемой. Дело в том, что ключ здесь вставлять некуда. Но здесь, типа с понтом ты в самолете, ключ должен вставлять вот так, посередине, в эту вот ебалду. Нажимать его, потом терпеть некое количество времени, пока он там отсвистится, производит, так сказать, проверки всех систем. Вот видно, что у нас там лампочки, с ними что-то случилось. Дальше у нас и боковые что-то лампочки. И, короче, у нас все хорошо. И после этого мы заводимся. Как-то наступает жизнь, пошло тепло. В остальном вся центральная консоль отделана деревом, что было сурово, очень модно в 98 году. И очень нищебродски смотрится сейчас, ну, потому что это любят делать такие Китай образца 2005 года или Европа 98. Более того, сам Saab всегда в дизайне салонов, особенно вот этой приборной панели, был излишне аскетичен и ретрограден. Так и здесь, они что-то попытались залезать, но все равно вот это дерево из 98 года, я прямо чувствую, я прям представляю себе, как где-то в 96-м в каком-то канадском лесу падала эта самая сосна, из которой уже позже они вот изготавливали эти детали, покрывали их лаком, своими заботливыми руками сюда вставляли. Все как-то прямо вот так экскурс в прошлое на глазах происходит на моих, вернее, в моей голове. Вот эта микроскопическая кнопка аварийки, которая как бы говорит вам о том, что если вы на такой тачке, то вы, ну, только в самом крайнем случае включите эту кнопку. При этом же в это же самое время лампочка с восклицательным знаком в треугольнике на приборке горит постоянно. Видимо, она пытается нам продублировать, что у нас также еще неисправный АБС, и предполагается, что если у вас перегорела лампочка АБС, то это как бы дублем с ней загорается. Но загадка. Из плюшек того, что есть, это, естественно, двухзонный климат. Регулируется, кстати, крайне приятным экранчиком, ненавязчивым по своему внешнему виду и по подсветке. Мне очень нравится. Есть вот такой подстаканник, какой-то роботообразный у него выскакивание. Во всех возможных плоскостях срабатывают эти механизмы. Магнитола для 98 года, поэтому содержатся еще и кассеты. То есть можно послушать парочку стареньких альбомов Малежика, но уже воткнуть и Ласковый май что-то из позднего, и также с удовольствием это прослушать. И еще есть супер фишка этого автомобиля. Это кнопочка, как я его называю, Nicht-Panel. Если вы едете ночью по трассе и вы находитесь в какой-то просто адски сумеречной зоне, настолько сумеречной, что вам режет глаз даже подсветка приборки, вы можете эту подсветку приборки выключить. Да гораздо смешнее, что при этом у вас вместе с подсветкой отключается еще и тахометр, он падает, и указатель температуры двигателя, и указатель горючки. Да, то есть вам больше не нужно вообще ничего. Остается только подсветкой гореть скорость от 0 до 140. Если вы вжарили больше, то она и загорается дальше. Тот случай, когда перемудрили. Но шведы, видимо, нечего было делать вечерами. Вот они занимались такими приколами. Также еще есть вот этот дисплейчик бортового компьютера. Здесь отображается совершенно необходимый минимум. Ух ты, господи, сколько надписей. Этот необходимый минимум мог быть гораздо меньше. Значит, в списке опций на бортовом компьютере присутствует уникальная вещь, которая называется будильник. То есть, в принципе, выезжая на автобан в 8, ты можешь выставить, чтобы тебя к 11 машина разбудила. Где-то уже там в ящичке, видимо. Уникальный автомобиль, здесь круиз-контроль можно включить даже стоя на паркинге ровно на месте. И он будет поддерживать эту скорость. А если вы нажмете тормоз, он даже при этом не соскочит. Также есть косяк по подлокотнику, потому что это единственная машина, где на подлокотнике можно поскользнуться. То есть ты оборачиваешься к задним пассажирам и оп, съехал. И привет челюстью, в общем-то, отыгрываешь в эти решеточки, которые одновременно ее уже и поджаривают. То есть, с одной стороны, да, регулировка, с другой стороны, она реально гололед. Надо с этим что-то делать. Под ней же содержится, ну да... Под ней содержится, конечно, все самое необходимое. Ну, стандартный боксик этот, он же апелевский, кстати, напоминает эту фишку. По минимуму сюда можно что-то напихать, но немного.
Из остального же здесь есть 4 стеклоподъемника, которые, естественно, в совершенно хитровылюбленном формате сюда вставлены. И под ними, как бы ничего вам не говорящая кнопка on-off. Забавно, что некоторые машины даже подписывают, что это передние стеклоподъемники, это задние, а это кнопка их блокировки. И только Saab оставляет все это исключительно на удел вашего собственного воображения, ну или остатков какого-либо интеллекта. Также очень сильно порадовала вот эта вот лампочка, так называемый штурманский свет. Включается он вот так, но дело в том, что он такой хромовый, с наконечником, и в нем внутри вставлено матовое стекло, специально матованное, так называемое, что у меня он вызывает чисто какие-то ассоциации с вот поликлиникой, с какой-то больницей. На нее смотришь, и даже хочется вот так вот сразу зубы показать, чтобы они вот в это зеркало отражались, но просто по-другому никак. Но тебя сразу ставит на землю кнопочка «Пристегнись», которая здесь была еще в 98 году установлена. Ну, естественно, управление здесь уже есть лючком. Лючок здесь совершенно отличный. Должен быть на два положения. Да, ну как-то работает он. Мои глаза. А обратно, ну-ка. Туда он должен ехать сам. Туда едет сам. Обратно едет, ну, с руки. В принципе, это логично, да, обратно регулируешь. Оп, классный люк. Также его можно закрыть, можно открыть. И заглушечка под что-то еще, что всегда радует. Подразумевается, что покупая Saab, у тебя уже штатно предусмотрен лючок, который ты должен, если что, открывать и закрывать сам люк. Но если у тебя там что-то сломалось в машине, то как ты потом поедешь? А почему у меня должна ломаться такая машина? Плохо, если бы не было этого лючка. То есть я, сидя на кресле, с перфорированной кожей, с вентиляцией простаты, должен отдирать лючок и как-то закрывать люк, если он сломался? Это говно. Зато у нас... Слушай, ничего себе. В переднем кресле, вот в этом торце, даже есть карманы. Ничего себе. То есть можно всегда держать между ног лампочки. Слушайте, это здорово. И вот что держится между ног у хозяина этого автомобиля. Я понимаю. Люди так и поймут наверняка. А здесь такая же есть? А у пассажира между ног содержится предохранитель, чтобы, соответственно, предохраняться. Логично. И тут заработал какой-то Карлсон. Вот здесь я понял, что у меня в жопе моторчик. И он работает, причем весьма громко. То есть это сиденье с вентиляцией. Летом может, собственно, продуваться у вас все абсолютно. Вы не будете потеть на этой коже. И также есть подогрев. Интересно, если включить одновременно подогрев и вентиляцию, меня будет как-то подсушивать, как тостер? Прекрасно. Я-то и так сухонький, но буду еще суше. Также есть прикуриватель. Самой обычной розетки еще нет. В те годы так было не модно. А где пепельница-то? А пепельницы нет, то есть опять же стряхивать на улице. Ну, короче, это быдло тачка какая-то. Удобнейший бардачок, кстати, потому что он такой плоский, но тем не менее глубокий. Вот, как мы видим, да, в формате К4 сюда влезает идеально, вообще без проблем. Ну, естественно, наша любимая. И также на его верхней части содержится некая кнопка, как у стеклоподъемника в десятке. Что она делает, честно говоря, мы не смогли найти даже в мануале. Но, видимо, что-то делает. А в остальном тоска, ну, за исключением того, что у него подается воздух с кондея, то есть он может зимой греться, а летом может охлаждаться. В общем, здесь все здорово. По козырькам намечается сразу прикол. Во-первых, открывая их, ты понимаешь, что они черные изнутри. И это не засаленность, это исключительно фишка с завода. Но у них есть с подсветочкой такой крайний, конечно, тусклый, но вот, видимо, чтобы вас не ослепило. И их можно выдрать направо и открыть еще один козыречек. И тогда вы получаете вообще в домике. То есть можно вот так вот закрыться, в принципе, от вообще реальности как-то и ехать, наслаждаться. Также можно сделать справа. То есть есть всякие, вот знаете, дурачки, шторки вешают эти на стекла с понтом, у меня не тонировка. А здесь можно как-то вот так вот закрыться, и все, ты едешь, в принципе, в БТРе, у тебя очень низкая такая линия остекления, еще стильная тачка, нормально. Сзади сидится на самом деле очень жирно, проблем никаких, но это чисто два кресла. Третьему здесь сидеть, конечно, уже будет как неудачнику, но по факту это два полноценных, отличнейших места для двух совершенно уважаемых господ. Также здесь есть подлокотник, причем с пачкой опций. У подлокотника есть вот такая фишка, смотрите. Оп, да. Вдвоем бухать спокойно. Также у подлокотника есть вещевой ящичек, ну, естественно, салфеточки, какая-то минимальная буквально электроника, я чувствую, которая здесь нужна. Также есть шторка для тех самых лыжиков, как я вам и говорил. Вот, и мы попадаем в багажничек.
Вот, то есть все здорово на самом деле. Количество опций, вот мне нравится. И все это так подано, знаете, ненавязчиво, без излюбонов. Подголовнички, они откидываются так. Если вы нажмете кнопочку сбоку, хлоп, они падают, что удобно. Ну и, естественно, колоночки сзади Harman Kardon приятно радуют вас своим качественным звуком. Вот в кои-то веки мы попали в тачку с действительно нормальной музыкой. Конечно, жаль, что она работает только от дисков или от кассеты. Сочетание кассеты и Harman Kardon — это в любом случае, конечно, просто полное безумие. Ну а звукового диска у нас как такового нет. Эх, а я бы сейчас с удовольствием послушал. Откидывается спинка та, откидывается спинка эта, вот. Здесь получается небольшой такой поребрищик, конечно, после которого уже идет ровный пол. И, в общем-то, это седан такой, как бы, типа бизнес-класса в свое время был. Но хотя с Сабом, знаете, такая проблема, что он всегда был немножечко странный. У Саба вообще по жизни есть одна небольшая проблема. И заключается она даже не в самих машинах, а в том, что про них никто ничего не знает. В связи с этим про эту машину масса ходит легенд. Хотя на самом деле это хорошо переработанная Вектра с помесью Омеги, с помесью немножечко самого Саба. Поэтому ничего страшного в ней именно технологически нет. Никаких хитрых излюбонов здесь ни по подвеске, ни по мотору на самом деле не применено. Просто никто про это толком не знает. Вот конкретно у этой тачки была совершена капиталка мотора. Чисто конструкция по железу, форсункам, впрыску, колену и котлам здесь ничего нет такого. Это самый совершенно обычный четырехкотловый турбомотор. Но возник гемор какой? Что, к сожалению, ни ремонтных поршней, ни колец найти не удалось. Их пришлось заказывать. Соответственно, стоило это нереально денег. Одно деталье там вышло порядка там 60-70 тысяч рублей. Вот это единственная проблема. А в остальном, на самом деле, машина как машина. Что касается по подвеске, по мотору, по деталям, таким более упрощенным, то все на самом деле доставаемо, и ценник имеет гуманный, и самый хитровылюбленный знает, что от чего подходит. На самом деле можно многие детали приколхозить от более простых машин. В общем, в этом проблемы нет. Но почему так сложилось в России, что Saab для нас такая вот какая-то закрытая книга до сих пор и остается? Конечно, уже он обанкротился, поэтому и закрылся окончательно. Но непонятно. Вот почему-то как-то так. По ходу машины лично мне сразу кажется, что она низковата. Низко, низко, низко. Плюс вот этот фейл, что мы не смогли заехать на две эстакады, которые у нас имелись. Потому что бампер очень сильно выпирает вперед, губа эта низкая, висящая. Ну и в целом посадочка. То есть, конечно, просится какая-то адаптация для России, возможно. То есть, какие-то пружинки чуть повыше, амортики чуть позлее. В данном случае, кстати, передние амортики уже требуют замены, потому что они как-то так стандартно блум-блум-блум-блумкают на ходу. Но в остальном машина перемещается весьма комфортно. То есть и длина базы ее, и ширина позволяет ей как-то вот приятно, лишь покачиваясь на волнах. Она не жесткая, не нарочито спортивная. Она комфортная. Такая вот действительно семейные ценности в ней как-то воплощены. Также забавно, кстати, что поворотнички, они щелкают как-то немножечко сбоку. Здесь звук, по-моему, идет отсюда, из печечки как-то подается на тебя. Так приятно. В остальном же здорово. Что касательно шумоизоляции, и на ходу не слышно вот характерного шума от арок, как если бы мы ехали на кредитном тошноте, хотя машина стоит 250 тысяч рублей всего. Здесь этого нет. То есть едешь уже действительно как себе приличный человек. Коробка работает быстро, подхватывает. Ну, в общем-то, 170 лошадей действительно такой автомобиль. Их тут вполне себе достаточно. Их немало и немного. То, что надо, я бы сказал. Да приятная тачка, на самом деле. Для такого взрослого, состоявшегося мужчины, который может, если нужно, довольно быстро ускориться, но при этом ему не нужна вот эта вот спортивная жесть. Действительно хороший седанчик для тебя и твоей прекрасной супруги. В заключение хочется сказать, что на самом деле машина-то хорошая. И все вот эти легенды о том, что какие-то там применены не в рот космические инженерные решения, что все там очень сложное, что очень сложные дорогие ремонты, все это лажа. Капиталка этого мотора реально обойдется вам на сервисе там 100-120 тысяч рублей. Это абсолютно нормальная сумма для любого автомобиля такого класса тех годов. Все это так и стоит. Здесь совершенно стандартный мотор, совершенно стандартные турбины, совершенно стандартная подвеска. Все эти решения
решения уже были применены и на Омегах, и на Векторах, и на чем угодно. Что вы получаете взамен? За всего, заметьте, 250 тысяч рублей. Это действительно вот неслыханные по тем временам опции, как Harman Kardon в акустике стоящий, как вентилируемые кресла, как этот автомат приятно работающий. Ну и, в принципе, такой на любителя дизайн, да, излишне строгий. То есть эта машина отсекает молодых людей, а людей в каком-то возрасте она часто отсекает потому, что они уже тупо хотят новое. Сказать, что она ломучая, она абсолютно как все. В общем, это самый обычный автомобиль, только под брендом Saab. И ввиду этого имеющие свои какие-то особенности по стилю и по манере управления. Все, не более того. Так что, если вы захотели, берите, спокойно чините, обращайтесь в соответствующие клубы, в соответствующие фирменные магазины запчастей, которые присутствуют. В принципе, вся эта индустрия работает, она и есть. И бояться совершенно нечего. Просто купите и получайте удовольствие от старого мощного ведра. Всем удачи, пока!